Минуту продержимся. Сейчас будет вам угощение. Точно как наш D6. Лифт такой, exactly. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склад. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Ну, поехали. Артём, твой этаж. Артём, в танке. Не уйдем!
Чем туда стреляла? Нахрена? Тут еда! Убитое мясо! Внизу! Внизу это мясо! Мясо! Что это было? Кто? Враг? Что такое? Нихте нет!
Было ведь. Зачем тут охранять? Охранять надо мясо. Чай? На тебе мясо! Получай! Наверху! Вон он! Жратва пришла! Вот тебе! Собака! Черт! Не уйдешь! Выходи, пока ноги целые! Ну вот, готов.
Артём, я знала! Сзади! Вечно! Вечно найдется такой герой! Никого ты не спасешь, как и остальные! Так! А ну, все, не дергайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент... Заткнись! Артём, ты цел? Слава богу. Идем, доложим полковнику. Папа, это я. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке Артём меня нашел. Слава богу. Молодец, Артём. Куда им теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам, командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Вот это называется «приехали». Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на «Волге» было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Поразительно просто. Ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что... Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя, нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работали. А внизу это что? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе, понимаешь? Вы бы поторопились, тут жарковато стало. Идиот, все нужное забрал? Мы уходим. Секунду, сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Зря ты так, Аня. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончилось. Но обошлось ведь? Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но ты что, собралась жить вечно? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось, провести вот с ним вот. Понял?
Все на борт! Сэм, хватит, запрыгивай! Я ленту перескочил, чтобы назад не брать! Тяжелая! С этим местом, похоже, окончательный овер. Пора и в настоящий правительственный бункер. И я, кретин, поверил этим с Ганзой, что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву? Рассказать им правду про войну, про правительство? Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что, спутники, свалить с этой грёбаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше? У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд!